Морской университет имени Невельского каждый год проводит среди учащихся неделю самых настоящих морских баталий. Традиционная грибно-парусная регата в МГУ уже более 60 лет проверяет на прочность людей, решивших так или иначе связать свою жизнь с морем. В этот раз спортивные состязания собрали 13 разноплановых команд. Одна из основных задач плавсостава, с которым мы занимаемся, является морская выучка, подготовка курсантов к работе в экстремальных условиях. Поэтому эти мероприятия и соревнования гребно-парусной регаты являются ключевыми для плавсостава. Программа соревнований ежегодно удивляет разнообразием. За неделю мореплавателям приходится показать свое мастерство и на веслах, и на парусах, и даже в перетягивании каната. Одним из самых жестких испытаний является комбинированная гонка. Участники сначала гребут на веслах, а затем резко, так сказать, переобуваются. Команды поднимают парус и уже только с помощью ветра идут к финишу. Но и это не все. За несколько метров до конца морякам приходится вновь переходить на ручную работу. Задача чрезвычайно сложная, а тут еще и экстремальная погода подкинула проблем. Когда мы поставили парус, мы заметили некоторые сложности из-за того, что ветер очень сильными порывами, и крен создавался непосредственно очень тяжелый. С каждым выходом в море все больше и больше понимаю, как управлять парусом. И гораздо легче им управлять при сильном ветре, чем при слабом. Хоть и опасно, были разные ситуации сегодня, но достаточно легко. В лично-командном зачете по результатам всех этапов третье место забрали младшие курсы судоводительского факультета. Серебро завоевала команда «Алые паруса» из Комсомольска-на-Амуре, а победителем стал коллектив старшекурсников СВФ. Самое главное – настрой и физическая подготовка, само собой. То есть весь год по-хорошему нужно бегать, тренироваться, желательно сходить в спортзал. Соответственно, опыт. Опыт решает многое. Чем больше мы тренируемся на воде, тем лучше результат. Что на парусе, так и на веслах. В целом регата прошла в несколько особенном настроении. Соревнования в этом году посвятили памяти Евгения Жукова, профессора кафедры управления судном МГУ, который ушел из жизни в мае прошлого года. Как отметили организаторы, такие соревнования – лучший способ отдать дань уважения почетному работнику морского флота. Максим Яковлев, Станислав Лазебный, новости спорта на восьмом.